Билли Райли. Это быстрая фаловая шанти для постановки брамстенги или подъема верхних ярусов парусов. Эта песня шуточная. В ней поется об удачливом Билли, который вообще-то был учителем танцев. И вот он становится капитаном судна, которое называется Дроггер. Это интересный тип судов. Они строились с избыточным количеством древесины в Америке, перевозили лес. По прибытии в Англию их разбирали и также продавали как древесину. Зачем же они это делали? Дело в том, что такой лес не облагался налогом. Большое спасибо нашим слушателям, которые помогли нам найти аналог в русской мореходной традиции. Похожие суда существовали на Волге в XIX веке. Они назывались беляны. Ну, а мы представляем вам песню «Old Billy Riley». Old Billy Riley was a dancing master, old Billy Riley, oh. Old Billy Riley woke him up so chilly, old Billy Riley, oh. Old Billy Riley's master of a drogher, old Billy Riley, oh. Old Billy Riley woke him up so chilly, old Billy Riley, oh. Old Billy Riley wed the captain's daughter, old Billy Riley, oh. Oh, Billy Riley, woke him up so chilly, oh, Billy Riley, oh. Old Mrs. Riley didn't like the sailors, oh, Billy Riley, oh. Oh, Billy Riley, woke him up so chilly, oh, Billy Riley, oh.